Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобный Сыну Человеческому, облеченный в подирь и по персям, опоясанный золотым поясом, голова его и волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходило острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и жив, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь». Здесь стою, Господь, у трона славы Твоей. Здесь стою, Господь, на месте милости Твоей. Ярких молний и раскатов грома слышу голоса я, что восходят ввысь. Среди ярких молний у Твоего престола слышу голоса я, что восходят ввысь. Сердце поклоняясь для Тебя, венцы свои кладут к ногам Царя. Создание к Тебе взывают свят день и ночь. Только
Поклоняйся великому и всемогущему Богу, которому нет равных, Богу, которому нет подобных. Аллилуйя! Похитить нас из руки Твоей, потому что Ты любишь, Ты любишь, Ты любишь каждого из нас. О, Святой, аллилуйя! Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый из нас не погиб. Чтобы каждый из нас, чтобы ты и я, мы не погибли, но имели жизнь вечную, но имели прощение, имели спасение. Аллилуйя! О, слава тебе по милости Божьей, по Его великой любви и благодати. Ты сегодня искуплен, ты сегодня прощен, ты сегодня исцелен. Бог любит тебя. Бог знает тебя по имени, аллилуйя. О, и только Он один достоин славы. О, нет подобного тебе, Иисус. Нет подобного.
еще церковь, пой. О, святой Господь, аллилуйя, святой. По слову Твоему. Ты сказал, где собраны во имя Твое, там Ты посреди них. И мы верим, что мы сегодня собраны во имя Твое. Мы собраны во имя Твое, Иисус, аллилуйя. Мы не ищем ничего человеческого. Мы не ищем славы человеческой. Мы ожидаем Тебя. Мы ищем Твоей славы. Мы нуждаемся сегодня в Твоем присутствии. Мы просим, Боже, наполни это место, наполни каждый сосуд, наполни каждое сердце Твоей жизнью, Твоей силой, Твоей славой. Дух Святой, наполни! Дух Святой, наполни! Аллилуйя! Аллилуйя! Сосуды, которые тебе угодны, которые будут инструментами в твоих руках. Как ты сказал устами апостола Павла, благопотребными владыки на всякое доброе дело. Я молю тебя сегодня, очищай наши сердца. Дух Святой, наполни нас своим присутствием и очисти нас, освети нас, омой многократно своей святой крови, чтобы нам не оставаться в грехе, чтобы нам не оставаться во тьме, чтобы нам не оставаться плотскими, но чтобы нам быть как рожденными от Бога, детьми Божьими, исполненными веры, исполненными жизни, исполненными света, любви, правды Божьей. Боже, благослови. Каждый из нас сегодня ожидает Тебя. Если ты ждешь Бога, скажи Ему об этом. Скажи, Боже, я жду Тебя.
Я нуждаюсь в Тебе. Прикоснись к моей жизни. Очисть меня, мое сердце, мои уста, мой разум. Помоги мне быть всецело отданным Тебе. Помоги мне положить себя на Твой алтарь, как жертву живую, святую, благоугодную Тебе, для разумного служения, чтобы мне познавать, что есть Твоя воля, благая, угодная и совершенная, чтобы мне всегда видеть Твою славу перед собой, чтобы мне не поколебаться в своем путешествии на этой земле. Боже, коснись меня, исцели меня, я нуждаюсь в Тебе, Ты мой Бог, на которого я уповаю, Ты мой Господь, к которому я стремлюсь, и нет другого Спасителя, нет другого Целителя, Ты наш Бог, которому мы поклоняемся, которого мы любим и которому мы будем служить. Слава Тебе! Аллилуйя! Но на всяком месте Бог будет искать себе поклонника. Поклонники будут переживать Его присутствие. Поклонники будут видеть Его славу. Поклонники будут получать исцеление. Поклонник будет освобождаться от одержимости, от зависимости, от греха. Божье присутствие разрушает дела дьявола в нашей жизни. Божье присутствие освобождает. Аллилуйя! Божье присутствие выводит во свет. Божье присутствие дает радость и мир. Божье присутствие открывает путь, который избрать. Аллилуйя! Глория Шамаканте! Четыре четвертые. Глория Се Шамке! Аллилуйя! Глория Се Браше!
Большую славу! Спасибо, Иисус!